К сожалению, я имею информацию о том, что во многих частях и подразделениях российских войск, узнав, что их отправляют воевать на Украину, очень многие контрактники сказали: не, я разрываю контракт. Ну вот, я вот, да, я вот там санкции, там, я там потеряю, меня штрафуют, там прочее, прочее. Все, плевать, я на это хотел. Я готов был служить пока. Вот. В мирной армии. Да, в мирной армии, то есть меня все устраивало, а вот теперь нет. И что вы мне сделаете? Ну, уволят из армии. Уволят из армии, правильно. А он, собственно, это и хотел. Квартиру или что-нибудь там, что у него? Что ну, если у него есть квартира там, да. Что если у него есть служебное жилье, а может у него и нету ничего. Но факт заключается в том, что фактически человек дезертирует. Фактически человек совершает преступление военное, воинское преступление. А его за это никто не может наказать. Почему? Войны нет, значит законы военного времени не работают. Да, у нас юридически войны нет. Ну, раз войны нет, то кто его может удержать в армии, если он не хочет?